Что ж, друг, удачи тебе добраться до аэродрома. Как раз там сейчас держит контроль ваши. А мы с ребятами, пожалуй, не пойдем. Если что, мы тебя найдем или свяжемся. Удачи еще раз. А как же вы будете-то тут? Не беспокойся за нас. Мы найдем, где нам укрыться. Вот такие дела, командир. Теперь мне выдадут форму сержанта? По обстоятельствам мне пришлось от нее избавиться. Думаю, за все проявленные героические подвиги тебе больше не придется носить форму сержанта, лейтенант. Сэр? Ну я... Нам нужны такие, как ты, способные командовать и знающие тактику боя. Сейчас я расскажу про твое задание, а позже примешь командование над отрядом. Монтиньяк прибыл высокопоставленный офицер, но вскоре он собирается на время покинуть остров. Нам нужно ликвидировать его сейчас. Моей группе дали задание устроить на него засаду. Было бы хорошо взять его живым. Но это будет очень непросто. Действовать надо быстро, пока он не добрался до вертолета Ламентини. Взять живым. Но если не получится, убить на месте. Всех приветствую. Мы продолжаем ходить на пороге войны предстояния. Миссия «Крупная рыба». Нам нужно будет устроить засаду и взять высокопоставленного офицера. Так, дневник. Бесов Степан Дмитриевич, это у нас офицер. Екатеринбург. Поступил на пехоту, военную разведку. Воевал в Афгане. Так, приказ. Постараться взять его живым, в крайнем случае убить, но не дать добраться до Ламентина. Хорошо. Так, нам дают сразу же отряд. У одного есть пластиды, которые нам понадобятся для организования засад. У этого есть АУК, который мне очень нравится. Пластиды. Шестого гранатомет есть. Мы его возьмем, если что. Пока не покажете бой, огонь не будет. Главное, не спугните объект. Всем все ясно. Да, сэр. Итак, минируем дорогу. Здесь люди какие-то, другой отряд. Тоже с нами работает, так что нужно подальше поставить. Так, три пластида. Какой точно конвой, я не знаю. Скорее всего, там будет охрана в виде БМП. Скорее всего. Первый пластид. Я заложил около кустов. Сейчас мы только дождемся конвой и начнем. По радио мы ничего не можем сказать.
так что только ждем. Да. БМП едет. УАЗик. Урал. Понятненько. Сейчас все будет. Итак, парни, приготовились. Стараемся взять живым. Блин. Пока не покажется конвой, огонь не открывать. Блин, не так опять. Надо отряд оставлять. Пока не покажется конвой, огонь не открывать. Главное, не спугните объект. Всем все ясно. Да, сэр. Поставим пластид сюда. Еще один будет здесь. Ну и напоследок сюда. Теперь только ждать. Ждем. Еще чуток, вот они уже едут. Так, первый подрывается БМП, потом УАЗики. Блин. 100. Вышла куча солдат. 12 o'clock, machine gunner, 100. Блин, и все равно кто-то умудрился мне попасть. Замечательно, ты еще и труп был. Пока не покажется конвой, огонь не открывать. Главное, не помните об... Так, нужно как-то так мины поставить. Чтобы прямо все сразу. Один сюда. Сюда. Один сюда. По идее, должен видеть отсюда. Едут. Что ж, пробуем еще разок. BMP 50. 4 o'clock, enemy, officer, 100.
enemy! Machine gunner! 100! All weapons free! All fire! 5 o'clock! Enemy! AT soldier! 100! 4 o'clock! Enemy! Soldier! 100! Чувак, походу, не успел свою гранату кинуть. Всем группам внимание! Русские схитрили. Конвой был полной боевой готовности. А у кто же... Внимание! Такой? Объект поехал в направлении Гламентину, квадрату СД-47. Так. Есть шанс перехватить его. Как слышите? Вас понял. Всеми силами постараемся задержать объект. Конец связи. А у нас еще нету этого, да? У нас с вами нету медика, замечательно. All go prone. All move to Charlie. Charlie, 4-8. Roger. All danger. Там остались какие-то люди. Большинство я, конечно, уничтожил взрывом. А вот и наши гости. 12, Bravo, Hotel 4, 7, Soldier, 50. Отличная работа. Двигайтесь к точке эвакуации. Замечательно. All go to Delta, Alpha, 3, 9. Moving on. Майор. Так. Мы случайно убили майора, но... Самое главное, он не доехал до Ламентина. А значит, все хорошо. Замечательно. Халявный УАЗик. Как-то тут много солдат, конечно. Надеюсь, они смогут добраться. Пусть хотя бы пока что лесу укроется. Где мои? Где? Какой-то там другой отряд еще был. Похоже, нас засекли. Я еще и ранен в спину. Ten, Bravo, Hotel, 4-8, enemy, soldier, 100. Держитесь. Сейчас я вызову подмогу. Нет, не умирай, не умирай, сейчас. Они уничтожили наш вертолет. Езда им погоня. Нас преследуют танки. Они еще вертолет нас уничтожили, боже мой.
Подождите еще чуть-чуть. Чуть-чуть подождите. Держитесь. Так, это уже более безопасная часть острова наша, то есть... Position Bravo, India. 4-7. 3. Position Bravo, India. 4-7. 4. Position Bravo, India. 4-7. 5. Position Bravo, India. 4-7. 6. Position Bravo, India. 4-7. 2 o'clock. Enemy tank 500. 3 o'clock. Hide 1000. Это вообще не вариант. Bravo, India, 4, вертолет мы не обнаружил два счета. Что у вас там? Все, задача выполнена. Цель ликвидирована, но живым майора Бесова взять не удалось.